Музей мирового океана, тут набережная Баграмяна. Это космическое судно. Космонавт Виктор Подсаев. Был я на нем, снимал с него репортажи, у меня есть там. Сейчас я туда не пойду. Сегодня у нас суббота, 13 апреля. Посмотрим, что там за праздник за вот этим мостиком. Песни вот, кстати, исполняют советского периода. Надеюсь, что меня YouTube банить не будет, что я тут авторские права тут чьи-то использую. Их, наверное, наши эстрады не волнуют. Хотя... О, там тоже песни патриотические играются. Морские в основном. Так, во, мост открыли. Интересно, что это он гудит? Что он гудит? А здесь день селедки идет. Праздник селедки. Посмотрим дальше. Что тут у нас? Салака на гриле. Креветки на гриле. Что тут еще? Напитки. Фиш-чипсы. Морс облепиха. Во как. Пахнет вкусно. Ну, пройдемся, а потом, может быть, где-нибудь пристанем. И поют они песни матершинные. Мост. Да. Кстати, я первый раз на этом мосту увидел. Дорогие друзья, позвольте вас приветствовать на набережной Музея мирового океана. Замечательный праздник, народный праздник, День селедки. О! Что? У нас... Соответствии с нашей традицией и программой президент музея Светлана Геннадьевна передает часть улова, с которым сегодня вернулись рыбаки с Путины, руководству области, для того, чтобы вы заботились о всех наших рыбаках. Светлана Геннадьевна есть. Чтобы наша рыбная промышленность развивалась. И руководству города, магазины, рестораны, торговые точки. Беспокойтесь, чтобы это было в лучшем виде. И бочка, одна бочка селедки остается в музее мирового океана. Да, 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 да. Все, в музее. Да, да. Мы сегодня балакаем, почуем сотрудников музея. Ну, рыбакам-то должно достаться что-то, правильно? Конечно. Которые вернулись с Путина. Безусловно. Вы разрешаете нам? Вот нам главный рыбак разрешил оставить у себя бочку селедки в этом году. С праздником вас всех, дорогие друзья, праздник начинается. Да, но у нас есть еще одна очень важная составляющая. Эстафету Светланы Геннадьевны сейчас примет генеральный директор музея Денис Алексеевич Миронюк. Ему компанию составит Андрей Бутов. Приглашаем на сцену, который... возглавляет Калининградскую федерацию спортивной рыбалки. Дело в том, что по инициативе Всероссийского общества охраны природы в скором времени будет стартовать такой проект, как семейная рыбалка. Сегодня мы его проанонсируем, надеемся, что этот проект станет ежегодным.
и на рыбалку. Рыбалка бывает промысловая, а бывает любительская. И вот 30 марта, в соответствии с календарем городских соревнований, на набережной Карбышева состоялся городской чемпионат по рыбной ловле. Сегодня мы наградим победителей этого чемпионата. В дальнейшем надеемся, что этот формат соревнований примет семейный формат. И на рыбалку будут ходить с семьями, с детьми, с женами, наверное. Жены ходят с вами, Андрей, на рыбалку? Ходят. Отлично. Андрей, расскажите, пожалуйста, прежде чем мы будем награждать людей, что из себя представляет спортивная рыбалка, как долго существует федерация и итоги чемпионата. Всех приветствую на этом празднике от лица Федерации рыболовного спорта Калининградской области. Значит, как сказал Сергей Михайлович, рыбалка бывает промысловая, рыбалка бывает любительская. И хочу добавить, что бывает рыбалка еще и спортивная. То есть существует такой вид спорта, как рыболовный. Значит, наша федерация уже существует третий год в Калининградской области. За это время мы достигли, как я считаю, высоких результатов, ездили на всероссийские соревнования. Всю информацию можно узнать у нас в ресурсе. 30 марта прошел чемпионат города Калининграда, и три человека наших спортсменов заняли, соответственно, первое, второе, третье место. Вот. И за этим... Посмотрим дальше, походим. Ну, конечно, давайте, победители. Попрошу победителей... Третье место. За третье место. Сейчас попрошу подняться на сцену. Представьте, пожалуйста. Я Никита Викторович. Никита Викторович, у вас есть какие-то номинации? Да. Нет, просто, да, ну я не знаю, может там спиннинговая ловля там. Это все третье место, или третье? Это первое, второе, третье. Первое, второе, третье, да? Что там мало накрытых столов? Я как-то тут был на каком-то празднике, но тут везде все шкварчало. А тут только вот... Значит, надо идти на мост. Это вот у нас судно... Называется «Витязь». Ниги, называется... Он открыл Марианскую впадину. Алексей Николаевич, мне сейчас за каждого участника сегодняшней рыбы Атлантики, чтобы не только варили, но и пакеты передадим вам, а то там разберем. Чтобы знали, что это не только в реках и водоемах внутри водится, но и вообще в Атлантике. И расширяли все горизонты. Второе место. За второе место награждается Ёлкин Станислав Станиславович. Это будет. И первое место. Ну и первое место. Чемпион города Калининграда по ловле донной удочки стал Решенков Александр Сергеевич. Поздравляем Александра. Андрей, позвольте вам от Музея мирового океана передать книги о рыбалке, еще один пакет, Алексей Николаевич, еще один пакет. И также пригласительные на посещение наших объектов музея для победителей. Спасибо большое. Да. Сергей Михайлович, пользуясь случаем, еще есть у нас два протокола, можно посмотреть. С юбилеем «Витязь». Валерий Владимирович, сейчас мы их попытаем еще. Давайте я хочу пригласить Павла Кручинина и Виталия Кудакова на сцену. Да. Значит, дорогие друзья, у нас здесь это самый настоящий серьезный вид спорта. Поэтому здесь тоже присуждаются спортивные звания. Я так понимаю, что кандидаты мастеров спорта сегодня выполнили два человека. Да, и хочу вручить им, поздравить их с этим разрядом, почетным разрядом. Поднимайтесь, Сергей, на сцену. Если вы думаете, что рыбная ловля спортивная, это просто так, то нет. Ну, пойду попробую селедки, что же делать-то. Как он зовут? Виталий. Виталий. Вот, честно говоря, спорт,
спортивную рыбалку, наверное, не любит только червя. Вот, где-то я такое слышал, фразу. Скажите, чтобы стать кандидатом в мастера спорта, какими должен обладать, помимо терпения и усидчивости, спортсмен, качествами? Качество, усидчивости и упорство, плане проведения тренировок, регулярность. Я, честно говоря, думал, что на речи рыбы водоемы, да, облагающие. Еще куда нет, а? Обратно. Какое что? На пятый. Гнездо. Называется. Ладно. Посмотрим. Уха есть 30 рублей. Курица на рынке.